На досрочные парламентские выборы готовы идти больше половины украинцев. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного Фондом демократической инициативы совместно с Центром Разумкова. Согласно данным, 48% украинцев поддерживают досрочное переизбрание Верховной Рады. Против 35%. И около 17% в раздумьях. Такие настроения граждан остаются неизменными с декабря прошлого года. А если бы выборы назначили на ближайшее время, на них готовы пойти 65% граждан. Опрос проводился в середине июня. Участвовали в нем более 2000 человек. Погрешность чуть более 2%.